Мир помешался на диетах. Мы подумали и решили. Блин, а чем же мы нормальнее? А ничем. И решили мы с кайфом влезть в мир диет. На себе попробовать, типа, ну модно же. И пошли выбирать. А вот этого делать было не нужно. Почему? Да потому что глаза разбежались, мысли растерялись, уши обвисли. Какой выбор? Какие возможности? Ой, хочу эту диету. Нет, вон та лучше, честно, лучше. Да идите вы нафиг, сейчас в моде диета Бюкана. Что? Дюкана, говорите? Ой, ну ладно, хорошо, пускай Дюкана. Да какая разница, главное, она в моде. Так, а вот тут еще куча диеток и диет. Диета монопольная и диета дуэльная. Что? Просто монодиета? А эта, которая дуэльная, она что? Поняла. Не диета, а дуля. Это когда вместо еды ты в холодильник фотографии дулю кладешь. Понятно? Да, понял, не дурак. Ага, вот так во сне пойдешь неосознанно к холодильнику, руки впереди вытянешь, открываешь дверцу, а там тебе дуля большая в нос. Нету тут ни хрена. Закрывай дверцу, соседи выморозило уже. Так, ладно, тут я разобралась. Что? Я блондинка? Неправда. Я так уже давно в рыжую красюсь, то есть крашусь. А что, если рыжая блондинка, так что мне диета не нужна? Может, я вообще хочу стать... Ай, да какая разница, кем я хочу стать? Диета сама по себе вещь модная, и я ее изучаю. Хочу применить ее на соседке. Она как над головой ходить начинает, у меня люстра качается. Но вы ж не подумали, что я диету для себя. Да вы что? Боже, у меня ж фигура люкс. 170-140. Иду по улице, мужики следом оборачиваются, а шеи у них скрипят. А вы диета. Да какая диета? Для соседки сверху диета, а не для меня. Ладно, побежала я дулю фотографировать. Кукиш называется, или фига. Положу соседке в холодильник. Пускай на диете посидит, казает. Ремонт не надо будет делать. А то скоро потолок обвалится, она будет ко мне в гости ходить. Так что пока, дорогие, хороших вам диет и диеток. Подписывайтесь на наш канал.